Меня зовут Андрей Гайдулян. Я наконец-то решил выйти на связь по разным причинам. Одна из них, может быть, не очень приятная. Некоторые мошенники решили воспользоваться моим состоянием и собрать денег с добрых людей. Бог им судья, как говорится, это отдельный вопрос. Но, во-первых, хочу поблагодарить всех, кто кинул хоть 10 рублей. И извиниться за это, что вам пришлось это сделать. Мы попытались это как-то. Надеюсь, что эти рубли вернутся мне в духовном эквиваленте от вас. Вот. Я же хочу сказать, что действительно я лечусь в Германии. Нахожусь здесь уже месяц. Вот. Слава Богу, у меня все в порядке. Не знаю уж чем, вашими молитвами или руками ли врачей, или еще чьими-нибудь молитвами. Кроме того, что я лечусь, я могу вам сказать, что я начинаю выздоравливать. В нашей болезни произошел переломный момент, можно так сказать, и мы видим, что лечение идет в правильном направлении, и я двигаюсь к выздоровлению. Поэтому я хочу всех от души поблагодарить. Каждая мысль ваша, каждое ваше слово мне очень приятно. От многих я получаю звонки, смс-ки. От кого-то я, наверное, просто получаю какие-то мысли о себе. И я благодарен вам, может быть, за чьи-то молитвы. И если я о чем-то и прошу, то только о ваших молитвах. Я благодарен искренне вам за все, за все, за все. Дай Бог, скоро вернусь в Москву и буду заниматься тем, чем заниматься. Кого-то буду радовать, кого-то буду раздражать своим творчеством, но буду жить, как и жил, и еще лучше. Дай Бог, с Богом, спасибо всем вам.